Началось. В общем, сказка о любви. Они без слов понимали друг друга, и не было в мире сердец нежней. Он бурно любил, а его подруга любила, быть может, еще сильней. Есть множество чувств на земле, на земной планете, и все-таки что там ни говори, найдется ли, навряд ли найдется прибор на свете, способный измерить накал любви. Насколько все было у них счастливо, прочувствовать было бы слишком сложно. Однако ж было все так красиво, что попросту вычислить невозможно. И все же вдруг такое порой случается, что там, где все тысячу раз прекрасно, свершается вдруг до того ужасно, что просто в сознании не умещается. Встречая весенний душистый шквал, шагнули они навстречу беде. И в самый спокойный и светлый вечер попали под бешеный самосвал. А дальше, как тысячи лет подряд, взлетев под сияющий свод святилища, они оказались у врат чистилища, откуда дорога и в рай, и в ад. И, глядя печально в свои бумаги, сказал им сурово премудрый тетр: «Хоть думай о горе, хоть думай о благе, а промысел высший и чист и тверд. Кому-то грустится, кому-то хохочется, ведь судьбы не мы, а за нас вершат. Не все получается так, как хочется. Тебе, он сказал ей, дорога прочится отныне и пристно в кромешный ад. Когда-то ты в юности нагрешила, и нынче, что выпало, принимай. А мужу иное судьба решила. Грешил ты немного, что было, то было. Ступай же отныне в прекрасный рай». Но он упал на колени с мольбою: «Пусть будет такой и ее стезя, оставь же ее навсегда со мною». Но Петр покачал головой: «Нельзя. Конечно, все это ужасно сложно, но так существует миллионы лет. Вот если за грешником вслед, то можно. Но только подумать здесь крепко должно. Обратной дороги оттуда нет». Но он улыбнулся: «Смешной секрет. Разлука в любви пострашней страданий, и в страшную лаву без колебаний он прыгнул навечно за милой вслед. Мораль тут излишня, пойми и знай. Ведь если бы все мы вот так любили, то чувства людей обрели бы крылья, и наша земля превратилась в рай». Это вот.